В администрации округа состоялся выездной учебно-практический семинар, на котором обсудили вопросы повышения эффективности работы с обращениями граждан. Его для представителей 16 муниципалитетов провели сотрудники профильного управления администрации губернатора области. Согласно отчетам, за прошедший год граждане стали чаще обращаться в органы власти. Впервые вот за многое время зафиксировано некоторое снижение. Мы не берем здесь статистическую ошибку. Некоторое снижение по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, как ни странно на самом деле. Но вместе с тем рост по вопросам экологии и природопользования и такой тоже качественный рост по жилищным вопросам. В 2016 году в адрес губернатора жители направили более 150 тысяч обращений. В приемную правительство области – 7231. Кроме того, в муниципалитетах работают 62 приемные органов исполнительной власти, уточнили на совещании. В первом квартале этого года туда обратились порядка 6 тысяч человек. 12 декабря, ежегодно, это день Конституции, и мы с вами его отрабатываем как общероссийский день приема граждан. И в этом году также зафиксирован рост порядка 7%. На 7% граждан обратилось больше, чем в 2015 году. И причем следует отметить, что все, вот, ну, 1900 обратившихся граждан, всего порядка 200 обращений, они были в режиме видеосвязи. То есть основная масса граждан пришли в министерство, пришли в главное управление, в администрации городских округов.